Привет. Иногда от некоторых своих знакомых я слышу сетование по поводу того, что вот, мол, Олег Григорьевич, я сожалею, что вовремя не начал с вами бизнес, который вы сейчас ведете успешно. Жалею, что не вступил тогда. А теперь время упущено, смысла уже вроде как бы и нет. Я хочу вам сказать, что это ошибка. Ничего не упущено. Пока ты жив, у тебя есть шанс. Главное, ты живой. Все остальное не имеет никакого значения. Вы ловили себя когда-нибудь на мысли? Каждый человек многократно это делал. Поэтому вопрос риторический. Ловили вы себя на мысли, что вот сделал что-то неправильно, и теперь сожалею, вернуть бы обратно. Я помню, у меня была новая машина, я проехал на ней не более 5000 километров, совершенно новая. В 1990 году «Жигули» 8-й модели, ну навьё, только приехал с Мурманска. Крым в отпуск, и раздолбасил ее, ударился об автобус по своей собственной глупости. Влево, вправо посмотрел, вроде все, и выехал на дорогу автобус, и я в него правым бортом как дал, и всю рожу свернула влево мне, всю морду у машины влево повернула. И я вот это помню состояние свое, когда я выскочил из машины. Смотрю на то, что вот новый автомобиль, а у меня в машине полный багажник еды, вино, значит, ну вот дома ждут меня, все за столом сидят, и я должен был приехать, и вот мы должны были там праздновать, то все. И состояние предвкушения удовольствия я вдруг оказался в кошмарном положении. Горе нахлынуло на меня с такой силой, такой мощью захлестнуло меня это несчастье. Я смотрел на свой любимый автомобиль, доставшийся мне так непросто, и глазам не верил. Вот знаете, когда смотришь, а глаза не хотят, отказываются верить. Только что было все новое, целенькое, и уже вот раздолбашено, и я не знаю, как все это исправить. И вообще, можно ли это исправить. И здесь что-то такое вот здесь, ну прямо, ну такая боль душевная, такая вот, вот просто трагедия. Еще бы немножко и заплакать. Ну нет, пережил, прошло какое-то время, боль утихла. После этого было множество других машин. Или был у меня такой случай, когда я ляпнул не то, что надо было на службе. Сделал заявление, о котором потом горько сожалел. Руководству пришел и заявил в глаза глядя. И совершил поступки, действия, которые потом, когда я вспоминал, долгие годы меня как потом сразу покрывался холодным. Значит, от этого кошмара, как я мог так сделать. Это отбросило меня в службе на целый год, может быть, с лишним назад. Я остановился в росте. Потому что я сделал такой вот необдуманный шаг. Под воздействием каких-то эмоций, это все взял и совершил такой поступок. И я думал, мне кирдык. Не спал ночами, переживал, мучился. И все время думал, ну секунду бы, вот секунду бы, и над машиной разбитой стоял, и говорил, ну секунду бы назад, одну единственную секунду, отмотать назад время и как-нибудь по-другому сделать что-нибудь. Не туда поехать, внимательнее посмотреть, не говорить то, что я сказал. Нет, невозможно. Да что я вам рассказываю, такие весьма и весьма хилый пример. Я знаю людей, которые совершили
не там, не с того места, не туда, неизвестно зачем прыгнул, разломал себе позвоночник в дребезги. 19-й год лежит в постели. Свою жизнь загубил, жизнь семьи загубил, одна единственная мать вокруг его прыгает, обслуживая его, бросив свою собственную жизнь как жертву в ноги вот сыну, спасая своего ребенка. Вот что такое один необдуманный поступок. Я когда смотрю на Ютубе, иногда попадаются мне всякие вот эти приколы там и прочее, что творится с людьми, когда они падают и прыгают, и лезут везде, и голову свою суют во все дырки, и пацаны эти, и девчонки, что они творят, и что они потом получают за это. Просто оторопь берет. Почему люди так бездумно поступают со своим здоровьем, со своей жизнью, судьбой? Но и это все детский лепет по сравнению с тем, что я хочу вам сейчас сказать. А я настроен очень серьезно. Я уже взрослый человек и давно понимаю какие-то вещи, Бог мне открыл. Человек мне говорит: Олег Григорьевич, вам хорошо. И вот вашим людям хорошо, у них бизнес идет. А я вот уже год в бизнесе, компании, и черепашим темпом ползу куда-то, никуда не приполз. Что вот мне теперь делать? Я разочарован, я расстроен, я плачу, я страдаю, я мучаюсь, вот и не знаю, как найти выход из положения. Всем этим людям, самому себе, я хочу сказать: ты счастливчик, ты везунчик, ты помеченный Богом человек, ты просто с печатью на лбу счастливый, расчастливый, потому что ты живой. И у тебя есть шанс. Пока ты жив, у тебя есть шанс. Но если ты умер, вдруг необдуманно умер, а умереть мы все можем в любую секунду, и не совершил действия, которые определят, где ты проведешь вечность, вот тогда у тебя никаких шансов. Вообще никаких. Я даю вам... Не я даю, Бог дает 1000000% гарантию, что шансов никаких. Вечность. Год, 10, 100 лет, 200 лет, 500, 1000, 1000000, 100 миллионов лет, 1 000000000 лет. Душа твоя будет мучиться в аду, и исправить ничего нельзя. И каждый раз ты будешь говорить: ну почему? 1 000000 лет я здесь мучаюсь, почему я совершил этот поступок? Почему я не сделал то, что мне говорили? Почему я не выбрал правильный путь? Почему я не верил? Почему? Вот где страшно.